4 января многодетное семейство Тверетиных принимало гостей. Депутаты от фракции «Единая Россия» пришли с подарками, чтобы поздравить детей с Новым годом и Рождеством. И сегодня вот мы тоже посетили еще одну семью многодетную, Одинцовскую. Привезли им подарки главы детям и в том числе еще дополненные подарками от наших депутатов-партийцев. Но я думаю, что вот для таких семей важно, чтобы их не забывали, чтобы к ним приходили. Особенно этому радуются дети. В семье Тверетиных 5 детей, один из них с инвалидностью. Подарков ребята ждали с особым нетерпением. Ведь в этом году из-за пандемии на новогоднюю елку попасть не удалось. Волонтеры от «Единой России» без праздничного настроения не оставили. Выражаю огромную благодарность сотрудникам партии «Единой России» за то, что нас пришли, поздравили с Новым годом и Рождеством, подарили кучу подарков, фруктов. Каждый год в период новогодних праздников единороссы проводят подобные акции для многодетных и малоимущих семей. Считают, что главное в эти дни – дарить радость, особенно детям. Такая акция – это уже традиция. Не первый год от главы приходят помощи, поздравления нуждающимся, в том числе многодетным семьям, поздравления к праздникам, в частности, праздник к Новому году, к Рождеству Христову. И я с удовольствием принимаю участие в таких акциях, потому что это мы приносим людям добро, мы приносим счастье и радость детям. Напоминаем, что в Одинцовском округе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению Одинцовского округа. Связаться с ним можно по телефону в будние дни с 9 до 18 часов. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».